бабушке. Подойди, подойди к бабушке. Ступеньки каменной лестницы похожи на каток. После снегопада их не чистили, и ходить в Нижнем городском саду, который в народе называют пьяным парком, и в трезвом состоянии небезопасным. Елена приходит сюда часто с внуком. Он любит кататься с горки и играть на детской площадке. Наверное, почистят скоро. Ну, желательно лучше, конечно, чтобы были ухожены порожки. Чистят, периодически чистят. Нет, туда же трактор ездит, чистят. Но вот да. Сегодня не было, видимо. Ну, сегодня, наверное, не было, да. Памятник грибам с глазами замело снегом. Тропинка к нему больше похожа на лесную. В Нижнем городском саду не чистят даже дорожки, по которым чаще всего ходят люди. Под ногами снежная каша, песком посыпан лишь небольшой участок у дома народного творчества. Ну, сами видите, вот дорожки у нас какие. Пока еще, конечно, снежный покров не такой высоты большой, чтобы можно было, скажем так, увязнуть в снегу. Но все равно оставляет, конечно, желать лучше. Ситуация не лучше в Центральном парке культуры и отдыха. Песок завезли, но он так и лежит нетронутым ящиком. Пешеходы гуляют только по протоптанным дорожкам. Пока не чистили. Его пока не чистили. Пока не чистили. Нет, ни одного человека нет. Вчера, позавчера никого. Лесопарк, пожалуй, единственное место, преобразившееся к зиме. Здесь установили новые арт-объекты – медведя, играющего в шахматы, и ландыш с улиткой. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».